Пора исполнить что-нибудь на родном языке. Это будет душевная песня, которую когда-то я попросил разрешения исполнять у очень уважаемого, очень любимого мной человека, у Вахтанга Константиновича Кикабидзе. От души хочу пожелать ему здоровья, пожелать всего самого-самого хорошего, вдохновения. И многому учусь у него. И дай Бог, чтобы еще многому можно было учиться и учиться, потому что те люди, которые идут впереди нас, это очень важно, чтобы мы смотрели на них и многие вещи смотрели, как они делают, так и должны делать и мы. Эта песня называется «Страна цветов». Дара то мне на треба.